I hope you like it. Мягкие? Мама. Ты машинки на большой поедешь? Да? Да. А где я? Ну что, иди в свою комнату. Карина, где твоя комната? Вот здесь твоя комната, нет, вот здесь. Ну, Маргарита. Что ты делаешь? Ребят, всем привет. Не знаю, я потому что... Маргарита не знает, что она хочет делать. Когда я это сделала, я упала. Я подскользнулась. Давайте, мы уже тут собираемся. Так, что мы сделали? Мы собрали игрушки. Вот, у детей. Представьте себе, уже 4 коробки игрушек. И это еще не все. И это мы еще не все собрали. Вот еще остались. И там еще на шкафу остались. А коробок-то нет больше? Все? Да. Коробок больше нет? Да. Папа нам мало коробок привез. Помнишь? Где новая серия чего-то? Она сейчас подумает, что это Лоу. Да? Да. Маргарита открывает, но она знает, что это. Покажи. Что это? Ой, что это? А, для ванны. Еще одна. Да откуда это? Каким запахом? Это все маршмеллоу? Да. Маршмеллоу. Покажи. Подожди, это... Lovely strawberry. Какая-то клубничка. Клубничка. О, клубника пахнет. Теперь у меня два. Что такое? Что ты делаешь? Ты побыстрее. Открывай. Открыть? Да. Окей. I hope you like it. Варум. Ну, я не знаю, она сказала, что ты хотела. Другие я не нашла, но... Круто. Какие-то новые, я не знаю. Какие-то сюрпризы. Только с единорогами. И это для мальчиков было. Ну, можно открыть, конечно. Какие-то новые сюрпризы, не знаю. Есть такие сюрпризы, там такие мини-продукты. А, которые открываются. Ага, она открывается частями. Окей. Теперь так сложно. Как мандаринчик, как апельсинчик раскроется, да? Клеивать все надо. Подожди, подожди, не ломай, Макс. И каждую нужно открывать? Да. А одна большая. Сначала вот эта маленькая. Там, наверное, какие-то аксессуарчики или что там, не знаю. Крыш. Это, о, это как Лол, похоже. Угу. Вот это вот мы скидку получили. Угу. О, ничего, у нее еще и парик. Ого. Волосы. Вот а зачем это... расческа? А, у нее хвостик. И Ксюше же нравятся такие фигурки. Единорожка. Это надо как-то делать. Сначала рог надо. Потом ухи. Да. Нет. Лошадка. Поднимаю другой. Теперь ее нужно одевать. Вот такая вот поняшка, милашка. Да, как пупси. Это как слайм. Это Клауд. Клауд с пластилином. Да. Наконец-то приехали наши. Это не ботос, это сапожки, не знаю, ботиночки. Аккуратно. Ой, ботиночки зимние. Осторожно, осторожно, потому что мне там нужно кое-какие вернуть еще. Я же, получается, черные с красными шнурками две пары взяла, 37 и 38. 38 тебе приехал, подошел, значит, здесь 37, который нужно обратно отправить. Порезала, что ли? Нет, просто я подожала. Осторожно.
ничего страшного. Ой, какая коробочка прикольная. Это, по-моему, наши хаски. А, это шапка. Это... Размер. Ты по пора ее? Давай, потому что я тебе уже купила, Макс. И пока я танок это не мучаюсь. Потому что это 37-й, Ксюша, это твой. А это? Это шапку я себе хотела. Бонни, нельзя ничего брать. Ой, они такие меховые. Я тебе просила. Это на голову, да. Я почему-то две заказала. Две пары, я не знаю. Я заказала. Хотела заказать одну пару, а мне пошло, наверное, две пары, да. Смотри. Я по ошибке заказала еще две. Знаешь, я возьму вот эту. Так, это какой? Маргарита, это 38-й мере. Это 37-й. Это? Да. А это что такое? Надеюсь, подойдет. А это мой 39-й, ребят. Мы купили три пары одинаковые. Нам, я не знаю, там, наверное, в магазине подумали, зачем ей три пары. Мягкие. Да, это все, это маленькие. Нужно обратно отправить. Мне? Нет, это не тебе. Это 37-й. Брать, не брать? Ну все. Мы будем одинаковые втроем. А это моя пара. Будем ходить одинаковые. Скоро они будут моими тоже. Угу. На следующий. Скоро Маргарита будет моей. Это будет карьера. Мне очень скоро. Все? А Макс дискотеку нам сделал. Коленечка, они тебе большие. Чего? Угу. Да, тебе прям замечательно. Прям как раз для тебя. Вот для Макса. Ага. Так, все, давайте. Убирать то, что я буду возвращать. И может, то, что... Коробки нам нужны или нет? Да, конечно. Там тебя могут разложить. Выбрали стол. Такой. В общем, нам этот понравился. Пошли дальше. Gracias. Барный. У нас там барная стойка есть. Барные стульчики. Ну, вот это вот 50 стоит. Ну, что-то они какие-то некрасивые, непонятные. Нам нужны барные стульчики. Ну, вот такие или такие. Ну, что-то они какие-то некрасивые. Грузовик целый. Вон, везем мебель. В общем, мы едем за ключами. У нас здесь еще пробка. Едем на квартиру. Нам отдадут ключи. И потом мы только можем перевезти всю мебель. Мы только что с мебельного магазина купили стол, купили там всего-всего по мелочам, сколько машин. И сейчас едем за ключами, потом домой. Детки нас ждут, а мы с папой тут катаемся. Вот, так что дел много. Ой, точно тут пробка. Туда мы не поедем, а то мы уже опаздываем. Пробки, там авария. Скорее всего, авария. А мы опаздываем. 10 минут у нас осталось. Все, мы уже тут. Ну что, ребята? Можно так сказать, эта квартира уже наша. Ну, то есть наша. О, жалюзи опускаются. Это наша квартира. Знакомьтесь. Ну, вы уже видели других видео. Так что все. Ключики нам дали. Ключики у нас. И теперь дело за мебелью. Маргарита с Ксюшей переживают, где мы, что мы так долго. Нам пока все объяснили, нам пока все рассказали, что, где, как.
Сейчас поедем домой. Все, так, ну что, мы приехали домой. Сейчас мы все вместе поедем туда опять. Забираем коробки кое-какие. Давай, одевайся быстрее. Давай. Так, свет выключаем. Коробки кое-какие взяли отсюда. И везем туда мебель. Поехали. Поехали в новый дом. Хочется тебе? Хочешь переехать? Все, давайте, на, закрывай дверцу. Поехали. В общем, мы пока еще там спать не будем, конечно. Мы пока только там все обустраивать будем. Я не знаю, может быть, на следующей неделе. Может, с понедельника только. Либо со вторника. Но пока мы будем спать здесь. Да. Тамарку и Маргарита. Боньку тоже с собой взяли, чтобы она посмотрела ее новый дворик. Коробочки. Максим, мы на этой машине поедем, хорошо? Вы за нами поедете с Татой. Хорошо? Ты поедешь с Татой, а я поеду на большой машинке, хорошо? Потому что Тата не знает, куда ехать. Мы все не поместимся сюда. Ты поедешь на папиной машине? Нет, сюда тебе нельзя садиться. Здесь только большие едут. Окей? А с кем? Ты с Маргаритой поедешь? Давай, вы за нами поедете. Да, мы сейчас на этой машинке на большой поедем. Да. А где я? А ты поедешь с Татой на Вольво. И с Маргаритой. Ага. Ты на нашей машине поедешь с Татой. Хорошо? Давай, иди туда. Чему зелёт твой? Давай, иди. Бонни, 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 Бонни. Давай, пока. Бонтик. Бонтик ты мой. Вот он, ремень твой. Мы поедем с Ксюшей. А он не будет. Ксюша первый раз на большой машине едет. Нет. На обратном пути Маргарита поедет со мной. Сейчас Ксюша едет. Ну потом Бонька с вами будет. Я не хочу с вами быть. Бонни сюда нельзя. Почему? Потому что ее здесь будет видно. А там ее не видно. Давай, заводи мотор. Поехали. Да? Угу. Да шучу я, не трогай. Как взорвется. Я боюсь здесь. Крути баранку. Все, добро пожаловать домой. Залетай. Нравится? Видишь, это мне для сюда. Смотри, я цветочки купила. Только не искусственные. Ну что, иди в свою комнату. Бегом быстрее, быстрее, быстрее. Бегом, бегом. Да, включай свет. А, там света же нету. Там света же нету. Вот твоя комнатка. Угу. Разувайся, разувайся, тут чисто. Макси, сапату, сака сапату. Бонни, 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 Бонни. Бонни не поняла, куда ее привели. Смотри на нее, смотри на нее. Карина, где твоя комната? Вот здесь твоя комната, нет, вот здесь. А там? Здесь твоя комната. Где здесь будем кроватку делать вам? Это Маргошина. Я же тебе сказала, она у тебя не такая большая. Ты, ты ее нарисовала квадратную, она у тебя не квадратная. Она очень маленькая. Так, мы начинаем разбирать диванчик. Бонька, ты уже освоилась? Бончик, тут это вот твоя комната, Бонь, Бонь. Это твоя комната, иди сюда, иди сюда. Пойдем, пойдем, пойдем. Бонь, это твоя комната с Маргаритой. Да?
А тут светится? Что? Нет. Внутри нет. Зачем? Здесь джакузи, который внутри светится. Нет, здесь, ну не знаю, вроде нет, ничего не говорит. Тут, если хочешь, в душ. Двух душечек красиво. Угу. А ты? Угу. Только нужно шторку купить здесь. Что? Нам нужно купить сюда лампы, потому что здесь нигде нет ничего, да, видите? Мама, почему не греет? Я не знаю, почему не греет. Мне тоже не греет. Не знаю. Смотри. Должно греть, пол должен нагреваться. Мама, я могу. Ну, может быть, не так быстро? Надо как-то еще изучить. А это же тоже закрывается? Да, это тоже закрывается. Вы когда будете спать, мы вас закроем на ключик. Вы отсюда не выйдете. Мы будем у вас закрывать. Почему это тоже закрывается? Ну, она сказала, допустим, когда дети спят. Ага. Да, если вдруг там гости, да, то дверь закрываешь, и ничего не слышно. Рождество. Да. Оно так медленно закрывается. Ну, я думала, что не так закрывается, так медленно. Ну, если ты, например, так хочешь. Угу. Ксюнечек, стол собираешь? Молодец. Помощница. Фури, еще сильнее, 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 сильнее. Молодец. Ну вот, Ксюша сама собрала стол. Просто, да? Угу. Затянуть? Угу. Крути, крути, Ксюш. Ксюше нравится мебель собирать. Мебельщиком будешь. Ну, Маргарита! Что ты делаешь? Поехали! На паркетный пол. Окей. А, мам! Носи. Похож на паркет. Стулья поставь. Мама, тут линия. Да, я знаю. Нам еще стулья привезти надо. Здесь только 4 стульчика. Это новые стулья. Еще нужно с дома. И это всего сколько у нас стульев получается? 10 штук? Да, 10. 10 стульев для гостей. Там у нас 6. 4. Теперь у нас 10. Угу. И вот сюда папа хочет еще барные стулья поставить. Ну, не знаю, чтобы здесь сидеть и... Если я буду на кухне готовить, вы сядете и будете возле меня. Или там, если кто-нибудь придет, да. Чтобы можно было сесть и разговаривать. Это я с собой возьму, потому что можно постирать. Надо постирать, да. Ну все, ладно, мы поехали домой, ребят, уже. Так, уже поздно. Телефоны. Это оставляем. Так, диван завтра будем дальше доделывать. Угу. Я завтра с папой поеду, маму прям. Так, теперь Маргоша едет с нами. Ксюня едет на нашей машине, только с дедушкой. На нашей машине дедушка. Вот. Поехали мы домой. Устали что-то. Завтра очень много работы. Нужно разбирать мебель дома и сюда везти. А кровать тоже, да? Нужно привезти... Завтра все такое большое и тяжелое, потому что завтра кровать. Папа должен машину отдать. Ой, этот наш шифонер. Да, потому что машину нужно отдать, и завтра последний день. Шифонер, в общем, кровать все нужно привезти. Почему Боньку сюда нельзя? Нельзя, потому что собаку нельзя так возить. Папе. Ксюш, у вас дискотека? Глаза будет. Угу. Дискотека. Больно глазам, давай телефон. Синя, побыстрее, а то я сейчас. Я пойду. Наклейки делаю. Okay. Бонни, уйди туда. Давай, переодевайся и спи. Можно? Нет. Да.
Ладно, все, пока-пока. До завтра. Мне даже не холодно. Ножку оставь так. Все, пока-пока. Пока-пока. Только не разговариваем, спите. Мамочка, мне только осталось... только осталась одежда на два дня. А? Да. Все, давайте, пока-пока.